Всех приветствую, продолжаю делать я съемник. Сейчас буду делать шайбу, уже ее почистил на наждаке по кругу так вот с торца, и здесь лепестком болгаркой внутри не чистил, не трогал. Будем сейчас обтачивать здесь сразу торец, этот вот плоскость, потом буду торец тут докуда могу возьму чуть-чуть, потом внутреннюю расточу, помечу метки, как установить, я обратно установлю обратной стороной и проточим с той стороны. Здесь внутри надо 31 сделать, ну а понаружи произвольно. Троху не пошло, розетку поворачивать надо. То, что короткий да упирается. Я коррозию не ободрал, все видно, миллиметра надо снимать по-любому, даже может полтора. Thank you.
приблизился немного. У нас вышло, вроде бы так, с большего ободрав, еще чуть-чуть есть, ну, еще пару проходов зроблю, я роблю понемногу, чтобы не вылетело ничего, станок и так этот, ніякий уже, хлипенький, так, хотя бы такое робить, что не ответственное, а простое. Так, этот я ободрал. Торец. Не гладко, конечно, но нормально, лишь бы плоскость ровная была. Решаться. Чем приложиться нам. О, штангелем. Видно, плоскость ровная, я решил сейчас не протачивать этот вот, как его называют, торец этот, а этот вот бок, короче, решил не протачивать до губок, а сразу переверну и ту плоскость выведу ровненько, это уже будет ровно прилегать, а потом уже внутренность проделаю и вот эту вот боковинку. Подзажав. О, так. Помечу. Маркером помечу он сверху. Виднее будет. О. Чтобы ровно установить обратно.
Будем этот бок уже обдирать. А терец потом. Ребро. Ну и внутренность расточим. Сюда расточный резец у меня есть. Главное его не сломать нам. Вот. Видно. Думаю, подойдет. Доведу аккуратно. С этой стороны буду снутри глядеть, чтобы туда в губки не усунуть случайно. А покуда делаем это дело. Зажимаю маточную гайку. Сейчас на нейтрале стоит у нас еще. Точим дальше. Открыл дверь в гараже, а то пылище поднялось этой ржи, а у меня аллергия на пыль. Одену маску в связи с коронавирусом, их у меня тут в гараже куча висит по всей стене. Так, все, прочистили с двух сторон. Сейчас будем отверстие делать. Видно будет.
Так, значит, я чуть-чуть проверим. Чуть-чуть цепляю, ах, раз. Нормально будет. Оп, это я уже подвел лишнее. Это с металлолома нашел. Откопал такую херовину. Так что она ржавая и неровная вся. Подвел супер большой этот поперечный вперед. И сейчас будем подачи подавать. Продольный. То получается на вылет не доставало, а всего лишь это. До самого края суппорта доводило поперечный. Это продольный. До самого края проводила. Не доставала. Сейчас я отвел его туда. Поперечный вперед, а продольный назад. Так. Получается, я эту вот, что продольную сейчас внутрь завожу подачу. Не хватало, когда был этот большой поперечный супер, стоял в упор сюда вправо и не доставало. Сейчас я отвел, и жесткость больше, и достаю полностью. Нам надо 31 миллиметр. Замерить. О, 27 уже есть. Я не токарь, так что может что неправильно говорю, но со временем буду знать, что где что находится. Станок стоит уже годов 6, наверное, но я им пользуюсь только. Вытащил завесом вот 4 и вот его, эту работу делаю еще. Не то я повел. Thank you.
Наконец-то до чистого металла добрались. Видно уже внутри. Чистенько и не стучит ничего. Там все стучало, это ржа была. И центр смещенный. Сейчас отведу замеры. Так, 29, еще 2 миллиметра выбрать. Даже если там на суппорт, на этот, как его, суппорт. Ой, на шрус. На наружную часть, где гайка наружная крепится. Шлицы там, что заходят в тупицу. На 30, то даже можно снять здесь 30 с половиной так. Ну, 31. Чтоб сильно не люфтило. Когда буду снимать меньше люфтов, ровнее снимать будет и качественнее. Точим далее. Подвел, гайкой маточной зафиксировал поперечную тягу эту подачу сербудом этой вот продольной. Ну сейчас она то продольная, я все путаюсь, это получается верхняя, это что резец подает, это будет поперечная, то что наш поперек точит, а это что ходит по направляющих, это продольная, я все путаюсь. Так как сейчас у меня она продольная, и это получается. Жесткость совсем слабая у станка. Я, получается, подаю полсотки, вот выставил и туда-сюда три раза провожу, и оно все вот видно стружку снимая. Ну патрон сам люфтит у меня сильно при том. Ну для такой работы сгодится. Сейчас еще сниму полсотки, получится у нас уже 30, и перед этим тут снял, как раз, наверное, уже и все будет. Получается, у меня патрон не жестко стоит, он с люфтом. Слышно удары. Так что жесткости никакой. Полсотки подал, раза 3-4 туда-сюда резец вожу, он все снимает. Так что еще к этому станку приловчиться надо, чтоб более-менее точно что-то вытащить. Видите? Так, разводим. Получается у нас... Ну, как раз 30 где-то и 2. У меня это, батарейки тут нема, она быстро портится. Почти не пользуюсь, не успеваю. А гляжу, там чисто планочка такая стоит, по планочке. Сейчас здесь 30 и где-то 2 десяточки будет. Уже, в принципе, должно и налезть. Ну, сейчас чуть-чуть сниму и все.
Торец уже потом протащу. Сейчас я отмешу, чтобы установить обратно так же и все. Один.